Крысы окружают леса и подтачивают их корни. Я вас приветствую, друзья, с вами Вирус, а потенциальный список крыс все шире и шире. Рейкланд может даже и Атайн подключить, и в принципе тут во многом надежда действительно на Архаона, который придет и поможет нам как-то привести в чувство хотя бы некоторых, хотя бы тех же эльфов. Хотя бы их привести в чувство, и уже у нас... Все было... Ой-ой-ой, я тут и не дотягиваюсь, смотрите. А фишка в том, что я здесь не дотягиваюсь, если пойду сюда. Это плохо. Это очень плохо. Мы можем, конечно, вот сюда сейчас, смотрите, что сделать. Подойти. Изобразить засаду, да? В принципе, здесь стеки вроде бы слабенькие. Если они даже вчетвером нападут, ничего страшного. Имперцы куда серьезнее в этом плане. У них вон есть демигрифы. Ну, есть немножечко стрелков. За которыми погоняться нужно будет. Ну, какие-то проблемы могут приготовить нам. Могут обеспечить проблемы. Здесь сейчас, ну, стек ушел, если то недалеко из Миденхайма. Поэтому эльфов еще не дергаем. Эльфы не настолько мощные. Эльфы не смогут тянуть несколько стеков одновременно, как это делает Дричи. Ну или Дуртхом. Они такую программу потянуть не готовы еще. Так что сдаем ход. Нам по большому счету что, победу одержать тут легко так, быстро. Элементарно можно сейчас вот битву выиграть одну и все. Ну вот они, да, скавины пошли. В первую очередь скавины попадают в засаду. Хотя я бы предпочел, чтобы сюда полезли имперцы. И мы один стек вот так вот их лоп, быстренько. Че, в смысле ты отступил? Ты попал в засаду и отступил? А, ну тут еще один стек. Ну в любом случае мы против четверых сейчас будем сражаться. Смотрите. Нет? А, они нападают на гарнизон именно. Угу, вон оно чё. Как решил оформить. А, все равно верит в нас больше. Верит в нас, при этом автобой, я думаю, многих может слить легко. И лучше сразиться. Естественно, лучше сразиться. Тут огромное количество крыс сейчас. Тут и ветерочек, если я не забуду, будет заходить замечательно. Вон карта. Я, кстати, по-моему, после ее обновления, когда, ну, проредили лес. Кстати, мы должны отомстить им за то, что они здесь проредили лес, да, вырубили кучу деревьев. Так вот, на этой карте с Сигмаром после того, как проредили лес, не сражались, если я правильно помню. Ну, после того, как здесь и его самого как-то так понизили в наших глазах. Подкрепление как раз из лесу подходит. Ну а в принципе, что нам тогда стоит? Вот здесь еще подкрепление подходит. Мы можем опрокинуть их здесь гарнизоном. Ну а в целом-то зачем нам гарнизон еще нужен, да? Пробуем их опрокинуть здесь. Пробуем их опрокидывать таким вот образом. И все пока что. Так, гарнизон отдельно, чтоб не мешался мне под ногами. Ага, в этот раз чуть не так. Вперед, древние мои. Вперед. Так, не бояться. Не бояться, я сказал. Их тут не так много. Ну и в лесу здесь, конечно, сейчас расстреливают слабоватенько. Готовимся. О, мастер. Ломастер, иди, займись им. Иди, займись им.
Вы можете выбежать вот сюда. Вдвоем. Деревья. Адриат, естественно, этих пока что уберем. Они нам не сильно нужны. Догони. И накажи. Ты на кого свой клиночек точишь, ты? Ага, ага, сразу смотрите, вжик. Поджав хвост, а? Гарнизончик в итоге слетит. Подходи, подходи, чё? Подходи, не стесняйся. Скавенские рабы с копьями. Но они еще не видели, что здесь их ждет. Просто. Тут Каидиль только выйдет, и они сразу же побегут. Естественно. Назад. Остаемся среди деревьев. Так, вы на всякий случай ушли. Вы еще пригодитесь. Вас мы можем, ну, всех на двоечку и уводим. Куда-нибудь вот сюда. За спины широких деревьев. Давай, давай, иди. Иди, не подведи. Рабы, рабы, рабы. Стрелков особо нет. Пока что. И здесь они исключительно гарнизон хотят ловить. Всей толпой. Какие вы забавные крысята. Ну что ж, давайте. Переключайтесь уже, хватит. Все, гарнизон уже сбежал. Ждите, по-любому еще какие-нибудь метатели сейчас подойдут. Здесь не так много. Да ты издеваешься, серьезно? Вы сейчас сюда побежали? Переместись. Они делают вид упорно, что не знают, где мы, да? То, что Каидиль там спалился и отмутузил их рабов, это мелочь. Мы ничего не знаем. Это знаете, вот когда хамит какой-нибудь здоровяк, которого ты не потянешь, очевидно. Вот он тебе одной левой там, а ты делаешь вид, что да, все нормально, да? Ну как-то, что тут такого? Так и скавины сейчас. Не хотят сюда идти. Они вот готовы прыгать, вот эти вот все скавины, они готовы прыгать, пытаться ястребов достать в воздухе, в полете. Но на Каидиля не полезут сейчас. На Каидиля с дричи они не хотят лезть. Да мы здесь, давай, 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 давай. Надо было возле Сигмара занимать позицию. Подтягивайтесь. А, подожди, еще тебя. В отряд этот эльфийский мы не подключили.
Все, все в одну точку. Лучники пока вот сюда. Все хорошо, все отлично. Рабы там с прощой для нас пока мелочь. Вы отступите вот сюда, спрячьтесь. Как огненные, да? Работают. Всех опрокинуть. Зоатиков спалили. Ну-ка, зоатики. Животики втянули, чтобы вас не видели здесь. Животики втянули, я сказал. Так, давай, ветерочек. Нужно же вспоминать времена, браточка. Он там как раз тоже против крыс идеально работал. Вот сюда, бегом, 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 бегом. Вернулись и сюда. Тут просто сейчас бешеные показатели по убийству. Всю толпу разогнало. 400 убило. Нанесенный урон там вон, под 50 тысяч уже. А ну-ка, укайди. Укайдиля. 5000 мы, в принципе, нанесли за счет вот этого заклинания. Считай. Ну, условно, да? 5000. Нехило. Так, бегом сюда. Разберитесь с вот этими. Ну, мы просто основных наших орлов, как я их называю, бережем. Зоатики, подключайтесь тоже уже. В принципе, и дриадок можно подозвать. Плюс вас. Ну, как я и говорил, здесь интриги никакой-то. Никакой-то, нет. Никакой-то интрига. Просто обозленные деревья разносят все подряд. А ну-ка, расстреляйте вот этих. Вы на взлет. Ушли. Сферы можете еще погонять.
Вперед. И ушли. И ушли в сторонку. Эта крыса где-то спряталась в лесочке тут. Вот она. Не, все, Каидиль потерял. Или нет? Нет. Приобщайтесь, эльфы, к общему делу. Уф. Ну да, вот эту способность, ее же немножечко изменили по факту. Она не так эффективно бьет. Ну, вроде бы так же больно, но не так точно, я бы сказал, да? Зуатика одного убили. Зуатик, идите сюда. А вы стреляйте вот. Полководца. Мы даже, кстати, не лечили здесь особо как-то никого. О, отлично, пушки. Пушки перехватываем сразу. Кого-то лечить нужно, да, нельзя. О, сферы. Мортиры. С этого фланга, да, полезли. Стреляй по вот этому. Зоатики, займитесь ими. Вы занимаетесь рабами. Все-таки эти мортиры-то бомбезные. Они очень хорошие. Смотрите, они как дряд искалечили. Продолжаем разрывать. Вернитесь. Харе там бегать. Ой-ой-ой-ой, тут, смотрите, еще как раз варджизайлы. Здесь все очень хорошо. Я бы даже вас переключил в экстренном порядке вот сюда. И даже эльфов бросил бы в бой. Хотя можно призвать сейчас, чтобы слишком не пострадать. Давайте призовем последний раз. Отставить. Я сказал бежать сюда. Эльф, разберись. Это будет по твоему профилю. Не, дрядок мы зря подключили, в принципе, без них. Хорошо бы все шло. Вернулись сюда быстро. Ломаем, ломаем всех. Бежать, гупики. Мы даже соседей не подключали. Так, дриады свалили.
Вот сюда, допустим. Кстати, вы здесь будете сейчас очень полезны и очень уместны. Бегом. Подключайтесь к избиению, ну и у них мораль просаживается, они начинают бежать. Только вот артиллерию, кстати говоря... наверное, вы пойдете сейчас ловить. Давай, вперед, 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 вперед. Деревья живы, здоровы. Артиллерия отступила, к сожалению. Ее мы не достанем. Но здесь вот еще можем мортиры добить там. Стрелков. По мелочи. Ну, в общем, все то, что Скавинов сейчас может сделать сильными вновь. Успеете? Сомневаюсь. Колдун клана Эша, наказать его. Доспехи чуть подрежем ему. И она его еще убила, догнала. Красавица, а. Ну, подрезали еще доспехи, в принципе, ей попроще стало его убивать. Сколько вас тут было? Смотрите. Офигеть. Ну, больше, ну, по 7 тысяч, скажем так, скавинов. Ну, что-то, да, ну, так вот, на скидку. 5 тысяч, там, 6, ну, больше 7 даже. Отлично, замечательно. Да, 7400, осталось при этом 3000 практически. Этот, толпа такая огромная осталась. Просто... Ну, тут могут подключиться еще имперцы. Имперцы могут напасть, могут ударить. Хорошо, что они пошли не на лес в итоге. Грифонов сейчас его бы потерять не хотелось. Очень сильно не хотелось. И имперцев. Дрича должна сейчас вытянуть имперцев на себя. Оставить вот эти территории незащищенными. Чтобы эльфам было попроще. Он пошел на Ицу, да? Ну, пусть идет на Ицу. А имперцы на Дричу решили напасть. Смотрите, и они подтягивают еще стеки. Они тоже хотят количеством давить, смотрите. В принципе, мы можем отступить. У меня вот этот... покоцанный. Я его могу потерять случайно, либо сейчас подлечить сразу. Ему влетело неплохо так. Артиллерия, чё, карта такая же будет? Нет, карта другая, здесь леса нет. Вот, кстати, леса нет, это плохо. Мы бы от артиллерии скрылись в лесу очень хорошо. Ну, давайте попробуем сделать так. Гарнизон все равно не решает тут ничего. Мы отступим, пусть он захватывает город, если хочет. Да, город он захватывает, мы как подкрепление не подходим. В итоге такой же толпой он уже нас не сможет зажать. И он сейчас будет нести здесь потери. Ой, отлично, он еще здесь сейчас и захватывает. Ну, тот стек отступает, но все равно несет потери. Оставим. Я предлагаю имперцев поймать сейчас в засаду. Я все-таки... Ну, конечно, чтобы имперцы перетягивали сюда стеки, нужно их убивать как можно скорее. Но я все же надеюсь на... Чувствуете? Вы почувствовали? Оно идет с севера. Щупальца хаоса тянутся на юг, оскверняя землю. Следом за ними идут воины разрушения. Мы должны готовиться к
грядущей войне. Но кто же объединил враждующие племена? Что за могущественный воитель? Чувствуете? А вот, смотрите, Архаон со своей свитой. Раскидывая свою крону над зачарованными полянами отель Лорена. Могучий дуб. Талисман выносливости мы стащили. Хороший талисманчик скавинов. Здесь поселение разорено. Поселение потеряно. Ну что, имперцы будут теперь договариваться? Сейчас посмотрим. Вторжение хаоса, все дела, да? Старый свет в отчаянии. Великий воитель хаоса по имени Архаон навеки избранный объявил о наступлении последних времен. Бывший рыцарь-храмовник Зигмара, Архаон, открыл ужасную тайну, которая заставила его отречься от своей веры и обратиться к богам хаоса. Ну, конечно, вопрос с истиной, да, ну, я рассказывал лор Архаона. Это вообще такая нотка бреда небольшая все-таки. Но тем не менее, блин, не дотянусь. Но не дотянуть, чтобы заблокировать. Сейчас обязательно будем Альберта бить. Дуртху Империя. Ну, скорее всего, сейчас еще будет относиться к нам плохо. Но пришел Архаон. У нас вот, смотрите, сразу пошло вверх. Даже Лютер к нам начинает относиться лучше. Нагорит, естественно, и Атайн. Вообще, с Атайном я бы договорился. Их Рейкланд может втащить в войну даже вот сейчас. Вроде бы пришел Архаон, который должен навести порядок. Но он должен навести порядок. Он просто должен навести порядок. Это не значит, что он это сделает. А вы тоже с каменами не воюете? Ёперный кардобалет. Нашли себе родственничков. Кумовьев там с ними, похоже, самогоночку распивают. А потом росказни. А еще, может, вариант это просто скавины, спившиеся гномы, а? Не эволюция, а просто ну, вот эти дерганные такие, знаете, они как раз подходят под определение. Ну вот, вот кто у нас в мире Вархаммер злоупотребляет, да? Пенным крепким напитком. Ну вот. Вот вам пример, не надо злоупотреблять, иначе вон превратитесь в худощавых крыс, которые вот кожа до кости трясутся вот это вот постоянно, да, что-то там. Вот. Наверное, так оно и произошло. Там не с варп камнем дело было, и какие-то интрижки с крысами непонятные, по пьяни вполне возможно тоже у гномов в подземельях. По легенде. А все-таки они просто спились. Просто сидели там, спились. А вон тот, этот, знаете, который к людям приходил, говорит, колокольню постройте. Это наспор, гномы, знаете, вот так вот, по пьяни там, давай наспор. А слабо! Сходить, сказать, пусть построят колокольню. Как купи слона. Вот. Во что это все вылилось. Давай к лесу сейчас отступим. Спокойненько восстановим. Может, эти все-таки вразумятся? Засаду. Если нет, то мы их будем шатать. Хотя, ну вот сколько сейчас стеков. И это только здесь, это то, что мы только видим. Потому что хаос еще приходит и в других точках. И мы об этом не в курсе. Напоминаю, уровень сложности легендарный, вторжение стоит здесь. Вот хаос. Вот они стеки. Сколько у вас здесь? 3, 6, 9, 12, 15.
18, 21, 24, 27, 28 стеков только здесь. Ну и все легендарные сразу. Зигвальд, Архаон, Холик, сразу же у искусственного интеллекта Сартаэль есть 40-го левела. То есть они все 40-го левела, можно смотреть. Они не 1-го левела. Эти все прихвостни вон 10-го. Они послабее, естественно, десяточки, но эти 40-й левел, и они не прокачаны еще. Сейчас он, наверное, будет распределять только очки. По составу не вижу, кто там. И вот еще, кстати, пришли нарскийские племена, бьерлинги. Все-таки они тут есть, и они приходят теперь не только где-то там, как раньше, да, приходили. Они вот здесь вот, парочка, ну, все-таки есть отрядов. Так, давай разворачивайся сюда. Тут сейчас куда интереснее события начинаются. Сейчас этих гномов уничтожат. Эти мы территории будем сливать. Мы эти территории будем бросать, если хаос сюда пойдет. Хотя вот, смотрите, тут уже тоже они появились. Не только с севера идут. Вообще вот на территории Норска он по мелочи появляются. И они сейчас будут заселять, судя по всему. Может, уже разрушить эти владения? Ну ладно, давайте один ход посмотрим, что будет. Вот вы, кстати, вы все-таки заселили. С вами нужно дружить. В перспективе. Мироходцы еще живы. На Альбионе он там закрылся. С Архаоном не воюет, но и не дружит. Еще пока. Содержание дряд древнедреволюдов. Давайте экономически немножечко уменьшим. Бремя. Боеприпасы. Также 80-ка, к сожалению, 2 хода будет. Еще эффект не исчез. А еще одни события. Тут нужно вернуться. Can I offer assistance? Мы можем напасть. Черную яму он, кстати, укрепил. Миденхайм еще нет. These are dark times. Ну, шатать потенциального союзника все-таки не хотелось бы, даже несмотря на его дерзость и неприятные пасы. Но вернемся к тебе, Дуртхум. Дуртхум, шатай. Гарнизон заболел уже. Гарнизон уже здесь под чумой. Восполняй потери. С этим мы разобрались. Сейчас мы этих разобьем, и нужно будет вокруг уничтожать поселение, просто уничтожать огнем, чтобы чуму извести. Хотя зачем тебе сейчас? А, птички подлетели. Есть, отлично, птички. Паучки, тогда уходим. Нанимаем птичек. Здесь готовим засаду. Клац, клац, клац. Зубами клац, клац, клац. Сдаем ход? Сейчас, естественно... Там джиги-джаги начнутся. Вот, смотрите, уже лизардмены с горняками сразу союзы подписывают. А Архаон начнет джиги-джага делать империей. Империя поймет, что как бы они слабенькие. Они вообще это не тя... Хотя, если он сейчас отобьет вот это все... Ну как он отобьет? Ну что он сделает? Скавен-то слабаки. Имперцы, в принципе, посерьезнее. Тем более у них артиллерия. В них автобой будет верить. А, поселение разрушено, да? И он не засеял еще пока что. Вон скавины ходят. Причем в наглую по территории империи ходят скавины. Отношения у них не портятся так отвратительно. Не понижаются. В войну они не вступят.
Ты чё, на Великий Дуб попёр? Зачем? Гланскрайер, мы чё, мы же это... Мы же там, Вась, всё хорошо. С Кракодрак он договаривается. Ну чё, имперец, попрёшь? Гарнизон. О, воскресил СН. Да, попёр сюда. Ну, ловим один стек в засаду. Наверное, героя не должен сыграть. Дрядик, ладно. Эти потери мы сейчас моментально восполним, это мелочь. Ну, только то, что опыта будет меньше. Да, у нас герои должны прописать им нормального опыта. А, еще здесь же у нас есть, да, поселение. Я уже и забыл про него. Я уже забыл про то, как мы гномов тут шатали, про то, как мы тут убивали Генчика. Ничего не понимающего. Войны хаоса. Просто наша сила по сравнению с хаосом незаметная. И какой-то стек в этот раз, судя по всему, хочет высадиться и через пролив отправиться. Было бы здорово, если какая-то часть, хотя бы ну, там ну, стека 3 пошло вот вниз, вниз, по новому пути, по новой тропиночке. В прошлый раз один пошел туда, но он вернулся быстро. Бориска, стервятник. Вон он, мамонтенок нападает. Ну, я бы сказал, бы еще неплохо нам дают тут шансы. Мне интересно, почему я не разрушал. Мне интересно, что этот будет делать. Разрушать все-таки или заселять? Не, он заселяет. Этот заселяет. И тут вон еще стек. То есть он не один. Там вот россыпь этих племен появляется. И он уничтожает. Нет, вон. Но мы сдаем это без боя. Мы их задержим так, потому что в итоге долго будут восстанавливать потери. Они заселяем. Охотники за сокровищами. Технология исследована. Поселение разрушено. О! Уже нет чумы. Шикарно. Здесь, значит, особых проблем не будет. И чумы в целом-то и тут нет. Мы можем даже прыгнуть Ицу защитить. Мне почему-то кажется, сразу испугается. Лютер. Лютер не по... Хотя Лютер отбитый на голову, да? Вот Лютер мне напоминает сразу консулов при битве с Ганнибалом при Канах. И там же один не хотел сражаться, другой по очереди они командовали там, да? И вот в час, когда командовал тот, кто хотел сражаться, произошел этот неприятный для римлян момент. Поставить дуба. Эссенчик. А, так, а ты возродился. И он, кстати, имперец Осланд здесь подчиняет. Осланд подчиняет Фолькмар, млачный лик. Ну, Фолькмара можно за Фолькмара. Можно и тебя вывести. Отношения ухудшаются, смотрите. В любом случае, даже несмотря на вроде бы наше противостояние. В принципе, кстати говоря, война с державой. Мы можем и не сливать территории Норска, но это уже не хаос. Он восстанавливать ничего не будет. Тут пошло все иначе. Не так, как я планировал. А мы будем якобы сражаться с ними. Сколько ты хочешь? В принципе, не так много, судя по всему, хочет. Вполне возможно, что он адекватный. Хотя вот 5000 нет, 10 нет, скорее всего, да? Ну, 10 тысяч же умеренный. Ну, ему можно дать денежку. Ему он нормальный пацан. Кто-кто, а...
Алитанар, он сечет. No, we cannot. No. No. Ну давай 20-ку. Ладно, так и быть. Алитанару можно и 20-ку дать. Там мы видели, 25, в принципе, высокий шанс. 20-ка, я думаю. Мы с тобой договоримся. Вот, да. У нас появился первый союзник, друзья мои. С чем я нас и поздравляю. Клан Агрун, Каракзорн. Воюет с Хаосом как раз. Карахир нас не любит. Ну, он военные действия против Бориски в первую очередь порицает. Ну и против Рейкланда. Так не мы, а почему? Вот мне кажется, знаете, все-таки нужно делать более усложненную такую политическую систему в плане, кто является агрессором. То есть это можно как-то нивелировать, это можно как-то интрижками обыграть. Если у тебя есть, ну вот как в Европе Universalis, повод для войны, да, окей, все хорошо, там нарушение границ и так далее и тому подобное. Может быть, не так заморочено, как у парадоксов, но тем не менее. И чтобы считались, то есть даже друзья видели, что он нападает, ну, например, на того, кто также сражается против Хаоса. Подло, вероломно, либо разрывает договор. Ведь искусственный интеллект между собой так-то это не учитывает. То есть он может заключить договор, его разорвать. И ему будет пофигу на это. То есть остальные фракции не будут порицать его, как игрока. Как это было у меня с Гектором, да, в прохождении Трои, когда я на первых ходах испортил себе репутацию и потом... И потом просто в шоке. Все наши. Так, ладненько, давай это заберем. По-быстрому. Это мы по-быстрому заберем. Может быть, эльфов потеряем. Вполне возможно, я их сейчас отправил на смерть. Они попадут в окружение и склеят ласты. Но вы должны будете справиться. Ну и давай, ладненько. Мы сейчас Фолькмара забьем. Нам нужны бонусы за победу над ним. Не считается с ним, в принципе, стек слабый. Стрелков мало, люминарки только могут что-либо сделать. Вот тут лес есть. Надо. Похорони их за плинтусом. Защита для пехоты. И атака, ну, для дриад. Небольшая помощь. Имперцы строят стены активно. Прям смотрите, застраивают. Молодцы. Давай, драйк, делаем. Появляется фракция. Военные союзы, смотрите, моментально заключаются. И самое главное с Рейкландом. С подлым, мерзким, никчемным Рейкландом. Давай, прыгай сюда. Перехват. Да, это даже лучше, то, что нас перехватили. Я, кстати... Даже не рассчитывал на это. Порви его. Голубей слил, правда. Мы можем денег попросить. Угу. Сплоченность Дуртхом. И смотрим голубей. Не подвезли. Ладно, давай паучат возьмем. Мышей, ладно. Практически бесполезный, но все-таки что-то есть в этом. Тут лизардмены пошли в атаку. Замечательно. Ты следи за этим поселением. Сейчас мы с Вульфхартом будем отношения улучшать. Ты бегом сюда. Ты бегом нам светить. Свети. Кислев, мне кажется, сейчас будет к нам хорошо начинать уже относиться. Нет, еще Кислев, кстати. Кислев. Ничего себе,
Как, что такое длинное предложение-то, а? Кислов. Я думал, тебя чисто так отмороженным сделали. Осталось лишь последнее исследование. Качаем, обязательно. Отель Лорен, скорость исследования, ранг нанимаемых лордов. Постройка это уже нам не особо-то и нужна, да? Давай сюда. Давай виноградную лозу все-таки. Наковальню Ваула якобы мы не видели. И мы теперь потеряли смысл. Что там сидят скалины. Почему? Вряд ли кто-то разрушил этот город. Клан Мор слабее нас, смотрите. Мы просто их шатали. Какие у них территории, какие у нас территории. И мы по силе мощнее. Намного мощнее. То есть можем пройтись огнем и мечом, их выжить. А вопрос, кстати, со скавинами сейчас реально хаос воюет или нет? Имперцы-то тут чувствуют вкус победы. То есть несколько поселений, ванпостов захватывают. Тоже это влияет вроде бы на их показатели. Они якобы побеждают. Ну, смотрите, опять подписываются союзы. Архаон наводит порядок, но только Дричи этого не сильно заметит. Вон, ну и стеки там, смотрите, шаготы. Там избранные. Там воители. Все, все, все там вот. Хотя есть бомжи. Грабители хаоса те же есть. Местами есть пушки. Ну, то есть элита и немножечко так присыпали. Для разнообразия бомжей. Ну, тоже правильно на самом деле. Как бы в любой армии. Ну, такой вот, такого масштаба, такого колорита. Бомжи где-то там должны плестись сзади. Но, судя по всему, идут все сюда. Немножко отвлекли во время сдачи хода. Так. Но пропускать я не хотел ничего интересного. Бьерлинги по силе даже сейчас мощнее, чем скавины, смотрите. Мы продолжаем. Я надеюсь, это будет засчитываться хотя бы просто как мы сражаемся против них. Не важно, что проигрываем. Здесь хорошие стеки тоже, неплохие такие. Мамонтята есть, Ульфхеднары. Вполне, вполне приемлемые. А, еще, кстати, стада пришли. Но это не считая, да? Того, что мы не видим. А там есть, что мы не видим. Это однозначно. Че им перцы? Жалкие вы перцы. Мириться не надумали? Нет, мириться не хотят, смотрите. Перемирие их не устраивает. Сестры... Ну вот реально, Лютер, мы его шатнули. И шатали до этого, но он адекватней. Вы представляете, Лютер Харкон, вот как это звучит вообще? Адекватней Карла Франца. Лютер даже с нами... Вроде как, ну, хотя бы номинально улучшает отношения. Хотя бы номинально. Он тоже твой союзник, да, Нагорит? А с тобой даже вот можно попытаться сейчас договориться о ненападении. Фишка в том, что если их попросит Рейклан присоединиться, то могут проигнорировать. Да что ж ты выпендриваешься, а? Архаон пришел. Not possible. Не, реально, ну, с договор не нападения такие бабки, это много. Duty это жирно. Ты наглеешь, мерзавец. I will consider any suggestion. Unthinkable weakness.
У тебя как? Он уже готов даже право прохода давать. Ну, опять же, очень-очень сложно подписывать договор с такими деньгами. Они от нас хотят оторвать побольше кусочек. Откусить больше, чем могут, а? Мы сейчас вам вроток там накидаем, Виток. Если будете так раздевать его. Дуртху. Дуртху. Чакве тоже все тихо, спокойно. Но я предлагаю шатнуть все-таки Чакву сейчас. Атиоди. Зальцемюнт возьмем, вернем его под наше крыло, да? А, да, имперцы лучше бы защищали этот город, естественно. Но нужно ж как-то имперцев привести в чувство. Нужно же, чтобы они захотели перемирие. В принципе, мы можем и отсидеться. Но я хочу возле леса захватить территории. Так вот, теперь я не промахнусь. А и видеть, что вокруг творится. Отправлять ли кого-то на помощь к этому лесу или не нужно, или все тихо, спокойно будет. Что нам делать, как нам быть. И события посмотреть в деревьях, интересно. Тем более, в Великом Аталлорене мы не видели эти события. Мы эти события не видели. Ну, давайте рискнем. Начнем нападение делать. А тоже улучшим за счет этого отношения. К нам. Вот, замечательно. Есть хоть один стек, который сюда пошел. Ну, правда, его мы немножко задержим. Не, не задержим. Ну, нормально. Попытку предприняли, за попытку нам тоже троечку поставят. Наши потенциальные союзники. Потенциальные союзники нас поддержат в этом плане. Ветрёт, хотя подожди. Сейчас не хватает. Рост быстро поднимается поселение. Ну а вот здесь, кстати, все-таки лучше вот сюда. Осталось немножко, осталось чуть-чуть, дружище, давай. Расти, расти, расти. Как на дрожжах расти. Как не в себе вырастай. Иварисы он заключили с Рейкландом. Вот империя. Все-то хорошо, но империя нам ломает. Офигеть. Там... такая толпа хаоса идет. Кстати, я не посмотрел, против Скавина воюют или нет. Надо сейчас еще раз выбрать вас. Ну так вот, такая толпа хаоса идет, но Скавины действуют против нас. Может, разработчики решили пойти... О, Карл Франц, лично. Лично тебя. Сейчас шатнем. Можно, чтобы орлов не слить, разыграть эту битву? Но я не посмотрел со Скавинами. Да. Птичек потерял. А, Альдебрас вернулся. Практически ничего наш гарнизон не смог сделать. Удачливый, самооборона. Победа над Карлом Францем. Ужасающий вид. Ну, в битвах против империи. Нас имперцы теперь будут бояться, ну... самого Карла Франца натянули, да? Не, воюют они со Скайном, смотрите. То есть, отношения... у Скайвинов с ними тоже отвратительные. Один стек пошел, один, вновь, всего лишь один стек идет, судя по всему, по этой дорожке. Новый. Все остальное выльется на Империю, на Кислив и на нас, соответственно. Жалко, в этих краях нигде... деревьев не поставили. Еще по одной деревце тут где-нибудь. Так мы бы сидели спокойненько. Не, у нас в люстре тоже все неплохо.
Тут хаос теперь ходит, смотрите. Полдня. И от Бьёрлингов, получается, теперь есть смысл. И от Бьёрлингов. Вообще, на самом деле, опять же, возвращаясь к вопросу более сложной дипломатии, союзники империи сейчас, в первую очередь, кто там, Кислев и Кракодрак, должны просто люто порицать Карла Франца за войну с Дричи, потому что он отвлекается от границы. Он пытается воевать с Дричи, которая предлагает ему перемирие, и это тоже важно, как по мне. То есть, учитывая такие моменты, предлагал ли соперник перемирие, как он ответил, что он хотел. Потому что мы предлагали ему перемирие, мы шли ему навстречу, давай против хаоса сражаться вместе. Он отверг. Он, естественно, отверг, и союзники должны были напрячься. Этот мерзавец не хочет помочь нам защищаться. Он там преследует свои личные интересы и не думает о выживании, ну, может, не всего мира, а хотя бы вот Кракодрак и Кислев обречены точно. Плюс еще Бьёрлинги, ну, вот теперь очень полезные ребята, учитывая разбросанность их стека. Тут все очень-очень весело. Квик. С вами Эссенчик. Кстати, смотрите, забавно. Эта фракция появилась после прихода Архаона. И она единственная не воюет с ним, судя по всему. Единственная фракция это кто? Людишки. Кто не воюет? Ну, не считая там Норска, да, все-таки. Бисманов там те же. С хаосом. Вот такой вот замечательный у нас поворот. Тут просто невозможно высматривать, с кем ты воюешь. Это просто бессмысленно. Даже с Малики там у нас отношения. Идут на подъем. Даже Маликит. Куда разумней. Где крысы? Вот они. То есть вот они воюют с войнами хаоса. И даже крысы, смотрите, вот можно сказать, было, да, что мы шатаем Рейкланд, и они вот такие вот принципиальные, из-за этого с нами отношения портятся. Нет. Даже Квик, который все равно пытался нашего агента вырубить, который понес огромные потери, у него отношения к нам лучше. Мы с Кавином шатали хвосты в гриву. И к нам они лучше относятся. Да тот же Пестелинск к нам лучше относится сейчас. А Империя? А ну-ка, иди сюда еще раз, мы на тебя посмотрим. На такую красивую. Отвратительное отношение. Запаслись союзниками и думают, что они бессмертны. Такие вот события у нас в мире Вархаммер, друзья мои. Ну а хаос идет, хаос все ближе. В принципе, леса мы, скорее всего, потеряем. Но будем стараться, конечно, с боем как-то все это оформлять. Стремительный удар использовать сейчас не будем. Может быть, даже специально сольем эти леса. Мы сюда, если что, прыгнем, заселим без проблем. Хаос вот уйдет вот сюда, допустим, да? Мы можем прыгнуть, заселить у них в тылу и все. И кто нам что скажет? И кто нам что сделает? А Империю уничтожим. И покоцанный хаос уже в лесу тем более можем огнуть. Посмотрим, посмотрим, как оно будет все происходить. Но вот такой вот стек идет к нам. Вот такая вот толпа хочет смерти мира всего. До следующей серии. С вами был Вер. Всем добра. Пока.